показываю вам идеи для подарочков. Может, кому-то что-то пригодится. Детка. Урма не выдержала, достает кухню. Так что разбираем. Я потом буду клеить это все дело. Но здесь насос, я вижу, что здесь написано было, что водичку можно подавать, музыкально еще. Да, смотри, чашечки, тебе чашечки надо. Смотри, у тебя и бананы здесь какие-то, огурчик, сковородка. Ну, будем собирать. Даже папа уже захотел тебе собрать все. Ну что, мы открыли. Здесь набор вилочек, ложечки. Марик уже готовит на сковородку. Такие стаканчики мерные, мисочки. Яичница. Смотри, будем яичницу готовить. Ну, ставь сюда, будем яичницу жарить. Да, жарь. Креветки даже есть. Соль, перец, огурчик есть. Салат будем делать с огурчиком. Что ты там уже вкусное такое кушаешь? Марик уже все разобрал, поставил по полочкам. Папа не успевает. Все, хозяюшка. Надеюсь, не я буду собирать, ребенок будет собирать эти все по квартире детальки. О, пошла вода. Марик, водичка. О, это сейчас будут брызги у нас. Теперь мы будем играть. Как духовка, но мы сюда пока все спрятали. Сервантик. Будем готовить. Уже яичница лежит у нас. Ребенку нравится. Будет с нами готовить. Здесь еще наклейки есть. Но это когда ребенок немножко наиграется, я тогда буду наклейки клеить. Здесь по инструкции. Ну все, пацан занят. Ну двигай сервант. Вот так, двигай, играйся. Вон ноги в духовку положит. И она легенькая, можно переносить. Не обязывает ничего. Он же огурец здесь погрыз, понял, что он невкусный.